Здравствуйте, зрители канала у Татьяны. Сегодня мы вместе поговорим о таком красивом растении, которое называется гибискус. В данном случае у меня гибискус травянистый. Гибискус относится к семейству мальвовых. Пришел он к нам с Китая. Недаром это растение называют цветком любви, потому что оно очень-очень красивое. Посмотрите, какие малиновые красивые цветы распускаются. Жалко, что цветут они только один день, максимум два, если пасмурная погода. В диаметре цветок достигает 20 сантиметров. Красота неимоверная. Чем же прекрасно еще это растение? Да тем, что оно неприхотливо. Растет оно на солнечных местах и очень любит влагу. Но нельзя переусердствовать, потому что если перелить, заводятся разные заболевания на корнях у растений, и оно может погибнуть. Чем еще красиво и неприхотливо данное растение? Да тем, что надземная часть, которая вырастает весной до 2-3 метров, на зиму нужно срезать, и тем самым образом мы как бы защищаем наш гибискус от того, чтобы он не перемерз. Как я уже сказала, гибискус травянистый вырастает до 3 метров. Красивые цветки, которые каждый день цветут. Когда цветет гибискус? Гибискус в нашей климатической зоне начинает цвести в середине июля и цветет до сентября месяца. Какой же нужен уход за данным растением? Гибискус любит, чтобы его поливали, но поливать нужно редко, раз в 2 недели, но обильно. Это нужно запомнить, тогда гибискус не будет болеть, на нем не будут селиться разные болезни. Любит гибискус водопроницаемую почву, богатую, любит, чтобы его удобряли. И где-то за период цветения его нужно удобрить 2 раза. Как размножается гибискус? Гибискус размножается 3 способами. Первый – это семенами. После того, как отцветает наш цветок, на его месте образуется семенная коробочка. В этой семенной коробочке находятся красивые черненькие семена. Вот эти семена нам и нужны. Они должны быть сухие, и их нужно посеять когда? Весной. Весна – это самое лучшее время. Почему? Потому что это теплолюбивое растение, на зиму его высевать не нужно, даже в нашей климатической зоне. Еще размножается гибискус черенками. Весной ранней, когда наше растение пустится в рост, мы берем черенок сантиметров где-то 10-15, вот такой величины вам нужно, срезаем его от растения, оставляем только 2 листочка верхних и срезаем их наполовину. Внизу на данном черенке делаем косой срез и ставим воду. Через 2-3 недели наш черенок пустит корешки. Что нам нужно дальше сделать? Мы берем контейнер маленький, рыночку, и погружаем данное растение, будущее наше растение, в контейнер с землей. На следующий год мы высаживаем гибискус в землю, и он уже будет цвести даже. Еще есть третий способ, это деление куста. Самый простой и самый надежный. Если вы разделите кустик на 2 или на 3 части, у вас получится 2 или 3 растения, которые будут цвести в тот же год, когда вы его разделили. Ну, что еще можно рассказать о очень красивом и прекрасном растении гибискуса? Гибискус — это растение, которое может расти, его долговечность составляет 20-30 лет. При правильном уходе, при правильной посадке и любви к этому растению, гибискус может расти и радовать вас где-то 20-30 лет. Главное — ухаживать за ним. После того, как отомрет надземная часть гибискуса, вам необходимо срезать под корень стебли, которые уже высохнут, и их нужно сжечь, а весь корень, который находится в земле, накрыть листвой на зиму. Это вы делаете для того, чтобы на следующий год растение выжило и радовало вас своим цветением. И существуют еще махровые формы. Они не так любят мороз, не так морозоустойчивы. Поэтому я вам советую начинать, если вы еще не пробовали, не садили у себя гибискус, с немахровых форм, с простых, вот таких, как у меня. Какие же цвета бывают у гибискуса? Белый, розовый, малиновый, серединки разных расцветок. Поэтому это растение
очень и очень красивые, и я вам советую посадить его у себя на участке. Хорошо смотрится гибискус у пруда. Если вы хотите, чтобы ваши растения никогда не посещали всякие заболевания, посадите около него лаванду. Лаванда будет отпугивать всякие болезни и вредители. Ну, самое главное, я вам рассказала об этом красивом растении. Если вам понравилось видео или оно оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду ждать. До скорой встречи. Пока-пока.